следующая рубрика «Прогноз погоды», потому что это еще не все, и это еще не последняя рубрика. И эту рубрику сегодня проводит дежурный... как это называется? Дежурный предсказатель. Синоптик. Синоптик, да. Кормите, пожалуйста. Здравствуйте, друзья! В эфире прогноз погоды с водка метеослужбы ТАМЗы. Специальный выпуск. Какой бы ни была погода на улице, у нас на ТАМЗе она всегда будет теплая. Как говорится, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Итак, что нас ожидает? К сожалению, есть вероятность локальных осадков у кого-то из наших участников. Слушателей, поскольку по известным причинам мы лишены возможности встретиться с дорогими людьми. Густой туман, плохая видимость, но мы будем надеяться на хорошее и скоро сможем сказать, что ж, наверное, это все, пожалуй, было не напрасно, много ждали мы с тобой, туман, надеюсь, переждем. У тех, с кем вместе проживают маленькие дети, и они не спят, возможно, торнадо. Воздушный поток иногда уносит из эфира их родителей и не всегда возвращает. Но мы оптимисты и верим в то, что вернет. Особенно тех, кто ушел, но обещал вернуться. Могут ожидаться ураганы от соседей после 23 часов. Особенно на Урале и в Сибири, где сейчас глубокая ночь. Магнитные бури, скачки интернета – это уже только что было, больше не надо, спасибо. Циклоны и антициклоны не замечены, поскольку запланированные взлеты уже состоялись. И между организаторами тишь да благодать, и можно перестать закрывать уши. Температура в стаканах и чашках участников до 40 градусов алкоголя. Повышать градус не рекомендуется. Температура наших встреч, как уже было упомянуто, просто теплая, пусть такое и остается. Вы слушали метеосводку ТАМЗы. Спасибо за внимание. Следующая рубрика «Прогноз погоды на ТАМЗе». Других окружающих пространств. Пожалуйста, кормит дежурный... Синоптик. Синоптик, спасибо. Здравствуйте, друзья! В эфире прогноз погоды с водкой метеослужбы на ТАМЗе. Специальный выпуск для Figly News. И мы снова будем размышлять о жизни, счастье и любви, говоря о погоде. И еще немного о помидорах. Какая связь, спросите, между погодой, любовью и помидорами? Да, очень прямая. Вы же знаете, любовь пришла, и помидоры расцвели. Там, где любовь, там тепло. А у нас на ТАМЗе так тепло, что даже помидоры созревают, будто они хоть на Урале. У некоторых наших друзей. Ветра любви дуют на ТАМЗе. Один из наших ведущих, Миша Каплунов, нарушил завет «Не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты». Известие о нарушении было встречено бурными аплодисментами и многократными возлияниями в разных частях света, куда достают лучи ТАМЗы. Ожидаем такого же ветра от тех, кто еще нет. Еще о ветрах. Несколько дней назад торнадо унесло из эфира Сашу Носкова и, видимо, вернет только к субботе. Саша, возвращайся, мы тебя ждем. Возможно, будет штормить тех, кто перебрал по разным поводам. Дай бог, чтобы только хорошим. Для вас есть приятная новость. У нас на ТАМЗе вам дадут хороший совет, как избежать штормов и шатаний. Контакты консультанта находятся в редакции Figly News. В разных частях Земли постепенно выключают солнце на зиму, даже в Израиле. А на небе показывают облака, если посмотреть в окно. Во-первых, это красиво. Кроме этого, облака – выразители атмосферного настроения. Без них жизнь стала бы намного беднее.
белогривые лошадки на небе – это хорошо. И облака, в которых летают по жизни – прекрасно. А вот облака в виде невзгод нам не надо. Рекламная пауза. Только у нас на Тамзе вам дадут правильную инструкцию по наведению вашей видеокамеры во время встречи в Зуме. Контакты инструктора в редакции. И еще о погоде. Дождь в Иудейской пустыне и по всей земле израильской приглашает. Смотрите, мои дорогие, к нам радуга в гости. На Урале снег, в Сибири тоже, мы не виноваты. Пробные шары летают и достигают цели. Предупреждение. Атмосферное давление выталкивает пробные шары на мировое зум-пространство, и они шарахаются по разным континентам. Главное не говорить слово «можно», и все будет замечательно. Температура в чашках и стаканах участников все так же до 40 градусов. Не повышайте градус, берегите себя и близких. Вы слушали метеосводку на Тамзе. Спасибо за внимание. Какой блеск! Наш дежурный синоптик Кармит с прогнозом на новый 2021 год. Ну и, соответственно, потом песня о погоде, времена года. Здравствуйте, друзья! В эфире прогноз погоды, сводка метеослужбы на Тамзе, специальный выпуск для Figly News. Мы будем определять погоду, не выходя из эфира на улицу. У нас на Тамзе представлены почти все континенты, но почему-то до сих пор у нас не было ни одного человека из Антарктиды. Вот это жаль. Ведь у нас вы сможете как следует отогреться. У нас не просто тепло, а временами еще бывает и жарко. Недавно все прогрессивное человечество планеты Тамза отметило день рождения одного из ее создателей и ведущих, а также главного клеточного биолога Саши Носкова. Ура, ура, с днем рождения, Саша! Правда, неизбежная торнадо регулярно выкидывает из эфира хороших людей. Вот. В том числе вот, уносит Сашу из эфира то на работу, то на корабль, потом с корабля на бал, то есть к нам на Тамзу. А на корабле приходится дожидаться волн, чтобы побеседовать с командой на понятном ей языке. Желаем Саше попутных ветров и хороших волн. Вот. А вообще, по случаю дней рождения и наступающего Нового года, осадки щедро выпадают в стаканы участников. Возможны штормы и заносы, то есть кого-нибудь может заносить. Но мы это вынесем, только не в эфир. И где-то выпадают снега, а к нам плывут облака, навевающие здоровый сон в эфире. Разбудить геофизика может геофизическая танго, но надо ли его будить? Весь мир делится на сов и жаворонков, а у нас на Тамзе выведен новый вид хомини дурменти, человека спящего, а именно это человек-орел. Орлы встают и ложатся, когда им вздумается. Из-за сближения Сатурна и Юпитера есть вероятность магнитных бурь. В моменты магнитно-бурных дискуссий рекомендуем закрывать уши. Лучше всего шапочкой Деда Мороза. Рекламная пауза. За шапочкой Деда Мороза обращайтесь к Эду Призанту, а также за продукцией с эмблемой Тамзы. И будет вам счастье. А также за повышением зарплаты к Максу Ремпелю, а за ключами от Тамзы к Саше Носкову. Итак, вы слушали метеосводку Тамзы. Хорошей вам погоды и Нового года! Yes, в эфире прогноз на Тамзе от Кармит Касабурт. Ура! Ну, прогноз на февраль или... А, нет, погоды. Да, пока погоды. Погоды.
Так. Здравствуйте, друзья! В эфире прогноз погоды. Сводка метеослужбы на Тамзе. Специальный выпуск для Figly News. Слово Тамза всем подсказывает о том, что там за поворотом, а также там за окном. Мы об этом поговорим. Вас приветствует клуб неанонимных алкоголиков и трезвенников с номерками. Осадки щедро выпадают в кружки и бокалы участников. Рекомендуемая температура до 40 градусов алкоголя. Повышайте градус при помощи горячих, а не горячительных напитков. Наша дорогая администрация всегда встает с той ноги, поэтому на Тамзе всегда тепло. Тамзяне, как цыгане, разбросаны по всему миру и в любом часовом поясе согреют вас своими песнями. Уже почти год во всем мире нелетная погода по причине локдаунов. Но наш микрофон способен преодолеть любые расстояния и летит туда, куда надо. Даже в Австралию, без лишних слов, а там сейчас как раз в разгаре лета. А лучше всего в этих условиях вовремя включить микрофон и похлопать выступающему. Это отлично согревает. Цитата из Саши Носкова. А потом выключить. Товарищи, уважайте труд вашего гардеробщика. Мы получили предупреждение о циклоне, эпицентр которого может быть там, где рисуют угол вместо овала. Для того, чтобы выйти из зоны циклона, рекомендуется взять номерок, встать в очередь, а пока что тренироваться искать пятый угол в овале. Январские вьюги небо мглою кроют, а также могут поднять в воздух канделябр, который пролетит мимо вас, если в вашем лексиконе отсутствуют такие слова, как поэтесса, бардесса, композиторша, а также производные от слова мармелад. Рекламная пауза. Для того, чтобы согреться, можно зайти на сайт tamza.com и купить футболку или толстовку с эмблемой Тамзы, или кружку, чтобы пить чай, или не чай. Со всеми сомнениями обращайтесь к нашему коммерческому кондуктору Эду Призанту. Он отвезет вас к верному решению. Дорогие друзья, желаем вам хорошей погоды, прекрасного настроения. А если вы что-то ищете, то чтобы вы нашли это в лучшем виде. Спасибо. У нас переход рубрики и, наконец, долгожданная звездная рубрика «Гвоздь программы», публикуемая ежемесячно, сбывающийся прогноз погоды на Тамзе. Кормит, пожалуйста, включай микрофон. Здравствуйте, товарищи! В эфире прогноз погоды, сводка метеослужбы на Тамзе, специальный выпуск для Figly News. Этот прогноз будет немножко интерактивный, чтобы согреться, ну, чуть позже. Итак, февраль. В России метель метет как зверь, с маленькой оговоркой. В Петропавловске-Камчатском полночь, поэтому толком не видно, какая погода. В Украине захурделило, в Израиле на землю падал снег, а сегодня уже дождь. Но в Австралии все наоборот, в разгаре лета, что поделать. У некоторых так холодно, что замерзает интернет. Несмотря на ветры, редкий канделябр долетит до середины наших эфиров. Зато летают микрофоны. Они тоже увесистые и не всегда долетают, но в конце концов долетят. Ну что нам февраль, когда настоящую погоду на Тамзе делают наши дорогие тамзяне, особенно отцы и деды Тамзы. А теперь, кто у нас делает погоду, сейчас вам предстоит угадать. Я буду давать несколько штрихов, а вы угадываете, о ком это. Итак, щедро раздает похвалы, чинит по интернету гитары и часы, а еще у него над головой иногда появляется ним в виде банджо. Кто это? Эд Призант. О, молодец, медальку.
Так, теперь еще один. Его скромностью наполнены все полки у него в доме. Его может разбудить геофизическая танго, поскольку связано с его профессией. Он всегда поможет вам направить вашу камеру и скажет, как правильно спеть песню. Кто это? Слишком много подсказок. Сережа, конечно же, Синельник. Молодец. Все, на этом пока остановимся, а то эфир не резиновый, всех перечислять. Теперь дальше. А вот это была речь о том, кто нас может согреть, а теперь что нас может согреть? А согреть атмосферу может выключение микрофона во время чего-нибудь выступления. В принципе, выключение микрофона – это основной навык тамзянина. А еще согреть может поиск кошки в светлой комнате. Когда у кого-то не выключен микрофон и мяукает кошка, каждый, у кого есть кошка, ищет ее. Таким образом, кошка мяукает в одном месте, а ищут ее всей планетой. А еще вот у нас на Тамзе наяву сбывается то, что было в сказке 12 месяцев. Вот сейчас февраль, но еще у нас одновременно бывает и март. А все потому, что у нас иногда участвуют в эфирах Витя Мишуров, который один из представителей прекрасного трио «Март». Вот. А теперь рекламная пауза. Вас обязательно согреет одежда или кружка с эмблемой Тамзы. В будущем возможен выпуск защитных антиканделябровых шапочек, также с эмблемой Тамзы. Дорогие друзья, желаем вам прекрасной погоды и теплого настроения. Спасибо. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды, сводка метеослужбы на Тамзе, специальный выпуск для Фигли Ньюс. Весна идет, весне дорогу. Сильные ветры любви захлестывают Тамзу по разным поводам. Все прогрессивное человечество Тамзы отметило день рождения нашего очаровательного Миши Каплунова, одного из создателей Тамзы, полного барда, не полного ничем плохим, обеспечивающего нам хорошую теплую погоду. А еще на нем зиждется фундамент Тамзы. Это цитата из вчерашнего эфира. Осадки щедро лились в стаканы тамзяны, будут продолжать литься. Ведь в конце недели грянет грандиозное событие, первая годовщина Тамзы. Рекомендуемая температура осадков не выше 40 градусов алкоголя. И кое-где уже заканчивается нелетная погода, которая огорчала нас весь последний год. И очень важно иметь возможность прилететь туда, где нас ждут. А пока что, друзья, запасайтесь здоровьем. Нам предстоит пить за здоровье Тамзы минимум 2 дня подряд. С некоторых пор на Тамзе поселился антициклон. Для информации, в отличие от циклона, ветер в северном полушарии циркулирует по часовой стрелке, а в южном полушарии в обратную сторону. В переводе на язык тамзян это означает, что в Евразии и Америке люди приходят с работы и школы и поют у нас в эфире. А вот в Австралии люди наоборот, сначала поют, а потом идут в школу. Наши песенные круги не расходятся в разные стороны, а идут один за другим. А наш рулевой Эд-призант, как Моисей, показывает микрофону Тамзы правильную дорогу. Еще один наш ведущий Саша Носков очень точно попадает пальцем в лого Тамзы на своем экране. А метеослужба также точно старается попасть пальцем в небо, ключевое слово «точно». Друзья, каждый гитарный круг на Тамзе начинается с того, что вы сдаете свое пальто гардеробщику и получаете номерок. А поскольку надвигается весна, скоро пальто не понадобится, но все равно вы получите номерок и всегда сможете что-то спеть или рассказать. Не
неизбежная торнадо уносит из эфира разных тамзян. В этот раз унесет вашего дорогого синоптика, который не сможет попасть на субботний бал, но к воскресенью постарается вернуться. Рекламная пауза. Дружественные среды и четверги состоятся при любой погоде. Дорогие друзья, хорошей нам погоды и готовьте ваши стаканы для осадков. И, конечно же, гитары. Впереди вся жизнь, а нам пока что только один год. Спасибо за внимание. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды, сводка метеослужбы на Тамзе, специальный выпуск для Figly News. Ровно месяц назад клуб Тамза отпраздновал первый день рождения. Вслед за этим мы отметили дни рождения всех наших овнов. Таким образом, количество осадков, лившихся в стаканы участников, не поддается исчислению. И мы ожидаем от технической промышленности, чтобы специально для тамзян она наладила выпуск компьютеров со встроенной рюмкой, чтобы недалеко было ходить за осадками. А еще желательно с трубопроводом, чтобы передавать, чтобы дружеская помощь могла кому-то оказать, сказать, если кому осадков не хватит или закончились. А ведь у нас на дворе уже знак Тельца, и по нашим прогнозам скоро грянет день рождения начальника харьковского ЗУМа, должность которого называется главрейш. Надеемся, что он отвлечется ненадолго от рисования углов и придет к нам отметить свой юбилей. Так что готовьте тару для осадков. Температура, как обычно, до 40 градусов алкоголя. Друзья! Держим равнение на вторую столицу Тамзы, Мале-Думин. К нам пришла весна и почти что лето. И скоро ваши пальто, которые вы сдаете нашим гардеробщикам взамен на номерки, станут анахронизмом. А номерок вы и так получите, поскольку это бирочка, как инвентарный номер и эталон. Но даже если где-то холодно и нелетная погода, у нас на Тамзе всегда открыто и всегда тепло. Как только вы зайдете на сайт tamza.com, специальный транспорт, Тамзалет, доставит вас прямо сюда в ЗУМ. Мы идем по жизни с песней, а также с микрофоном. Наш тамзовский микрофон летает на экологическом топливе, на дрова. Он способен преодолеть любые расстояния и тоже делает нам погоду. А некоторые тамзяне могут с полным правом сказать, это я раньше почему злой был? Потому что у меня микрофона не было. А теперь есть. Потому что при помощи друзей, которые присылают денежную помощь клубу Тамза, уже несколько участников обеспечены личными микрофонами. Рекламная пауза. Друзья, чтобы было куда наливать осадки, вам необходимо приобрести на сайте tamza.com кружку с эмблемой Тамза. Вы слушали метеосводку Тамзы. Ее помогли составить, сами того не подозревая, Александр Носков, Дмитрий Иванов, Эд Призан, Александр Ефремов и другие наши друзья. Итак, дорогие друзья, хорошей нам погоды в эфире, вкусных осадков, и чтобы мы все были нам здоровы. Спасибо. Традиционная рубрика «Наконец, прогноз погоды от Корнит». Ждем. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды. Сводка метеослужбы на Тамзе. Специальный выпуск для Figly News. На планете Тамза происходит глобальное потепление. Нагревание атмосферы наших эфиров приводит к тому, что у тамзян наблюдаются два основных агрегатных состояния – растаяли и окончательно растаяли. Видимо, поэтому происходит что-то непонятное с осадками в стаканах наших участников. Их количество стремительно уменьшается, то и исчезает.
во время последней гитары по кругу не прозвучало ни одного тоста на собрании. Одно из двух. Или наши участники столько выпили, что уже больше не могут, или от нас что-то скрывают. У нас постоянно дуют разные ветра, не все тревожные, но все же. Торнадо уносит у нас из эфира разных нужных людей. На природу, на речку, в океан. Но людей нам хотя бы возвращают. Вот наш любой Саша Носков поразит океаны, возвращается. А нынче муссоны, фасады, хамтины выпили из казны там, где все финансы. А ведь нужно не только романсы петь, но и оплачивать наши думы с трансляциями, а также покупать микрофоны нашим выдающимся участникам. А там же все во имя человека, все для человека, и мы прекрасно знаем этого человека. Рекламная пауза. Без нас даже в жару скучно и холодно, а с нами весело и тепло. У нас много раз. У нас много зараз и скажут нам теплые слова, и в этом нет. А чтобы мы были, покупайте футболки и кружки с эмблемой танца, также толстовки, кружки, готовки, сани, летом товарищи. Вы слушали метеосводку танцы. Дорогие друзья, хорошей вам погоды. Лен, перепиши слова и не зажимай. Не надо прогнозы марта, потом в мае пиши. Прямо сегодня вот. Потом архивная. Класс. А теперь, пожалуйста, песня.